На самом деле, почему New Angels? Потому что иностранцам очень тяжело выговаривать не ангелы. Не ангелы! А так как мы уже, в общем-то, навострили лыжи в Швеции, для того, чтобы им было проще выговаривать, поэтому New Angels. Каждый воспринимает как хочет. Может, new новое, может, new раздетое. Для меня очень символично, что Евровидение происходит в Швеции. Начиная с песни, которая попала в наши неангельские ручки. Потому что песню для нас написал Александр Барт. Бог шведской музыки. Участник группы Army of Lovers. Все не случайно, и в этом есть знак. Я везде увидела знаки, даже когда в такси мы ехали. Потому что таксист сказал, я вез предыдущего победителя. Я не предыдущий, я будущий победитель. Знаете, просто по-человечески хочется победить и привести в Украину победу. I should have known while I was on the line. Now I accept my call, I'll be your woman. Come let the demons out, those demons off your mind. How come you're caught up in a dream? My life's bursting at the seams. Can't you see? Can't you see? I found a place in space and time where I bring you peace of mind. Come with me, come with me. Every time you call my name, I just wanna break your chains. We can go higher, 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 just like we want to. Nothing. You crying out in your madness. Those were the tears that woke you in your sleep. These are the days we turn our backs on sadness. Come let the forces out, those forces from the deep. Every time you call my name, I just wanna break your chains. Не ангелы!